Вітаю, ви дивитесь «Зірковий коктейль» програм про відомих та талановитих. І сьогодні у нас в гостях Дизель Шоу. Дизель Шоу – це команда талановитих, харизматичних та гумористичних українських акторів, які підкорюють глядачів актуальними жартами. Наскільки я читала про вас інформацію, ваша Дизель-студія існує з 2006 року. Ні, ви помиляєтесь. Вона з 2015 року існує. Дизель-студія, як Дизель-студія. Да, а як банда Дизель, банда і взагалі а до этого була команда КВК Дизель, да. Ми існуємо, мабуть, з 98-го. 2000-го, вважаємо. Ну, коли да. Той Дизель з'явився, да. 2000-го. Ну, 2000-го. Ми беремо літоісчислення Дизель-студіо, як команди, яка займається Дизель-шоу, яка випускає на троїх, яка робить Дизель Утро, і буде робити багато інших продуктів, вона з'явилася в 2015 році. В тому составі, в якому ви зараз бачите. Нині на телеканалі ICTV існує Дизель Шоу, така розважальна програма. Можна сказати про те, що на інших телеканалах є програма такого ж формату. У чому унікальність саме вашого проєкту? У нас немає політики взагалі. Це во-первых. Ми не говоримо о ній. У нас, во-первых, во-вторых, у нас весело. Вот что самое важное. У меня квартал тоже весело. У нас веселее. Не, мы не будем говорить, у кого там веселее, не веселее. Отличается кардинально составом актерским. Во-первых, качеством и формой подачи юмора. То есть это совсем другой юмор. Мы не шутим о политике, как Александр сказал. Мы берем более простые бытовые темы и делаем это так, как не делает никто другой. То есть есть «Мама хохотала», «Вечерний квартал», есть мы. Но мы делаем иначе. Кому-то нравится у нас, кому-то нравится там. Это выбор зрителя. Но мы считаем, что нам нравится это. Да, нам нравится вот так. И без политики, без пошлости. Просто семейный, добрый. Просто смешно, юмор. Да. Не надо было бежать к телевизору, переключать, как, потому что сидят дети, смотрят или что-то в этом. Да, должны все возрасты смеяться. Да. Женя! Да? Я тебя просил купить цветы. Да, я купил. Отлично. Сказали, будет стоять очень долго. Так. Вот. Ты где их купил? Ой, это очень редкие цветы. Продаются почему-то только после Пасхи. Ну хорошо, хоть не четное. За это спасибо. А, нет, сказали четное брать обязательно. Егор, я шарики приготовила. Класс. Женя, смотри, блондинка умнее, чем ты. Ой, какая я умничка. А где шарики? Блин, я их, наверное, за кулисами забыла. Егор, вот. Я просил шведский стол. Ну ты задачу поставил. Польских дофига, китайских вообще много. Шведский один в Киеве. Один, вот он. Женя, ну о чем ты говоришь? Так, иди, иди. Марина, быстрее. Сам хотел. Егорушка, я решила встретить нашу звезду в старой доброй украинской традиции. Марина, надкусывать это не самая лучшая украинская традиция. Я просто проголодалась. Марина, я тебя просил забронировать отель. Ты это сделала? Да, я сделала. Ну. Отель по улице Приречной, 27Е, квартира 2. Так. Это же твоя квартира. Да. А еще я купила полотенце, шампанское, свечи, тапочки и замок. А замок зачем? Чтоб не сбежал. Егор, 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 скажи, а что за звезда сегодня будет? Не могу тебе сказать. А, это Козловский! Нет. Саша! А что за звезда сегодня будет? Не знаю, что за звезда, но у нее в гримерке такой коньяк. Сам залы собирать может с аншлагами. Егор, а можно, чтобы звезда расписалась на груди? О, а вот это, кстати, классная идея. На груди. Так, Вика, позови Марину. Ура! Цікаво, хто виступає авторами ваших мініатюр? Авторами миниатюр наших выступают авторы наших миниатюр. У нас есть авторы, оказывается. Да, у нас есть авторы. Ну, помимо того, мы в принципе, все пишем, все работаем. Актеры уже включаются тогда, актерские, скажем так, доработка сценария какая-то, там, украшения, добавление актерских моментов, уже тогда, когда авторы с редакторами уже выписали весь сценарий, показывают нам эти номера, по почте мы их получаем, собираемся, читаем. И дальше уже думаем, как это сделать органичнее для этого персонажа. Уже с точки зрения актерского мастерства, как это сделать смешно, и уже дальше нарабатывают актеры. Но придерживаясь текста, который нам отдают авторы. Плюс можем добавлять свое. Если это смешно, редактора с удовольствием это вставляют.
если оно не, там, не выбивается из общей канвы, там есть общая линия, есть тема. Так. Чи можете сказати, що основна мета вашого шоу не лише розважити аудиторію, але й показати через гумор певні якісь недоліки? Ні, щоб просто всі посміялися. Ну, то есть такой... сатира у нас там проскакивает иногда, но это не. Ну, конечно, есть проблемы общества, да. Которые возникают, например, повышение тарифов в 7 раз. Как это можно не зацепить? Не зацепить. Зацепить, да. То есть людям надо услышать. Вот повысили тариф, а вот мы номер сделали. Чи буває так, що ви готуєте якийсь певний жарт, але коли приходите і виступаєте на сцені, аудиторія його просто не сприймає? Бывает. Бывает. Все иногда бывает, конечно. Да. Каждый концерт там... Стараемся сделать так, чтобы такого не было. Отличается. То есть бывает одна и та же программа показана на разном зале, по-разному заходит. По-разному да. Люди смеются с разных мест. Хотя ты знаешь, что вот здесь смешно и вот здесь смешно. А раз, а тут не смеются, не смешно, тут не смеются, а там не смеются. Смешно. А смеются в других местах. Или наоборот. Поэтому, да, в Полтаве с этого тяжело. Сколько людей есть, только... в Ужгороде не смеются абсолютно. Ну, и да. Сидят, не понимают, о чем речь. И главное, весь зал. Не кто-то один, а вся аудитория. И никто никогда не поймет природу. Не, поймет, если каждый человек остановить, спросить, вы откуда, кем работаете, да, почему, какой ваш достаток, как вы сегодня спали, кушали, как у вас в семье, дома в порядке, все. Давно к психологу обращались? Очень дорогостоящее исследование. Да, такой экзит-пол проводить. Чи буває так, що вам самим смішно від того, що ви показуєте і як боретеся із такой проблемой? Чи... Это не проблема, это называется не расколоться, не когда во время нет, номера... То есть, когда мы во время номера смеемся с чего-то, с какой-то неожиданной вещи... Ну... Бывает, что актер добавить решил вот сейчас эту фразу, и она... Мы ее первый раз слышим вот именно сейчас вместе с людьми в зале. И бывает так, что она тоже смешная, и мы но начинаем задача, смеяться. Да, задача не рассмеяться. Задача вот. Не рассмеяться, бывает очень сложно. Не показать, не иногда... показать зрителю, что это не запланированная какая-то вещь. Иногда может актер забыть слова, такое да. Тоже бывает. Но при этом мы же люди. Не надо пугаться, остановились, посмеялись с этого и продолжили. Ну, у вас импровизация, она все же таки помогает вырулить из какой-то ситуации. Ну, лучше не импровизировать в таком глобальном смысле этого слова. Да. Ну, что-то иногда добавлять, конечно, можно. Импровизировать надо на репетициях. Да, потому что это будет не слажено все. Люди в зале поймут, что это сейчас мы фантазируем, придумываем на ходу. А зритель любит наблюдать за действием, не подозревая, что сейчас перед ним актеры. Он любит проникать в ситуацию, погружаться полностью туда и доверять происходящему. Если что-то его настораживает, или игра актера, или очень чувствует фраза, зритель. Зритель это всегда чувствует. Скажет, а вот я не верю уже, что-то. Что нет, он то... зэк? Он не зэк, он водитель троллейбуса. Ну, отсидевший. Перед тим, як перевтілитися в роль, от ви як актор, чи можете там знайти в ютубах, подивитися якісь відео для того, аби понабиратися там, можливо, якихось міміки чи жестів? Ну, буває іноді. Ну, то есть, да, если мы делаем какого-нибудь профессионального человека, ну, там, не знаю, таможенника или действительно водителя троллейбуса, то в любом случае надо иметь какую-то базу, основу. Хотя то бы, есть, если нет такого человека да. В твоем окружении, ты с ним не сталкивался, надо либо покататься на троллейбусе и пообщаться да. С водителем, либо, так как вы говорите, в YouTube залезть и посмотреть. Но в основном там какие-то идиотские получаются видео. Ну, Женя играл бабушку, он жил полгода с бабушками. Да, да, но одна за него вышла замуж, но они недолго прожили. Да, быстро развелись, она умерла. Нет, по наследству достался микрофон. Она просто сказала, извини, я не могу родить детей. И все, вот так. Ну, или так, да. Или это вырежет. Или это вырежет. Что вырежет про бабушек, не важно. До речі, цікаво, чому відбувається така от ситуація, що люди, які виступають на сцені, там, смішають усіх у звичайному житті, серйозні, і їх навряд чи можна розсмішити. Тому що не можна всю життя шутити, можна з ума зайти. Ні, ми теж, коли збираємося... Тобто, може бути якась економія енергії. Коли ми відпочивши, коли ми збираємося вместе, ми шутимо, у нас весело. Тобто, а в повседневній житті, це коли ми приходимо на роботу. Тобто, у нас репетиція, це як робота. Ми приходимо, садимося, начинаем читать текст, начинаем разговаривать, работаем. То есть говорим смешные вещи, но серьезно.
серьезным лицом. Да, мы вначале сами посмеемся с этого, но потом в процессе репетиции мы уже не будем так это делать. Ну, я так розумію, що у вашій команді відбуваються якісь такі жарти, можете один одного підіргувати, піджартовувати один над одним. По суті, з ролі кавенчика ніколи не вийдеш, правильно чи ні? Чоловік, то есть, если вы называете постоянно шутящего человека кавенчиком, то, наверное, да. Просто есть люди, которые вот постоянно хотят сделать смешно. Не обязательно кавенчики. Вот ну, да. Хочется, они слышат что-то смешное, а другие не замечают. Они берут это, перефразировали, буквально слово переставили, и все смеются. А он это увидел. Да. Ну, вот на самом деле юмористы в жизни, мы такие печальные люди в плане. Да, юмористы в жизни это скучные люди. Да, если попасть к нам в компанию, вы долго будете сидеть, не понимать, почему, думать, во-первых, мы молчим, потом, почему эти двое ругаются, а эти двое грызутся, а потом, оказывается, это эти роли репетируют, а у этих расческа одна на двоих просто. А зараз пропоную вам пограти в таку асоціативну гру. Вам варто уявити, що існує коктейль під назвою «Дізель-шоу». І от які інгредієнти мають війти до цього коктейлю? Ми додаємо, звісно, щепотку юмора. Ніяку щепотку. Три чайних ложки юмора. Щепотку харизми. А подождите, об'єм який? Пол літра чи літровий? Давайте просто на глаз. Давай на глаз, хорошо. На глаз натягуємо... У тебя какой-то реквизит, это смешной костюм. Да. Тогда что там надо? Тексты какой-то надо смешной тебе дать. Туда разбавим. Разбавить надо. Чуть-чуть текста надо. Разбавим. Нет, это дольку текста, да? Нет, кастрюлю букв. Да. Варить 20 минут. Изначально варим, перевариваем в мозгу 20 минут. В каких 20 минут? Иногда и 3 дня может вариться в этой кастрюле с буквами. 3 дня перевариваем буквы. Да, когда отжимаем потом самые соки, концентрат называется. Немножко актерской игры, немножко харизмы, немножко музыки. Музыки, чуть-чуть, совсем чуть-чуть, буквально, чтобы не болело в ушах, когда много музыки начинает. Порцию песен, туда надо труснуть обязательно, труснуть порцию песен. Труснуть, да. Дизель-шоу готово. Да. Дякую вам за спілкування, за інтерв'ю. І також дякую вам, любі глядачі, за те, що ви цей час провели разом з нами. І ми зустрінемось рівно за тиждень. Бувайте!